Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжим разговор о сериале про Лену Хэппи, роль которой играет некая небезызвестная нам Эмилия Батьковна. Так вот, Лена Хэппи возобновила полноценные прямые эфиры на своем канале. Вчера провела стрим, который длился более двух часов. И с самого начала Лена Хэппи объявила, что на стриме она ни слова не скажет о диете, о веганстве, о еде. Дело в том, что она пересмотрела несколько своих последних видео и поняла, что ее саму уже стало подташнивать от одной мысли об этих салатиках, не говоря уже о том, чтобы о них рассуждать в прямом эфире. Вместо этого Лена Хэппи объявила, что она настроена на разговор про любовь и на сплетни. Итак, Лена с улыбкой на устах взяла колокольчик и со словами «дзынь-дзынь», «дзынь-дзынь» поднесла этот колокольчик к своему милому личику, обрамленному кудряшками. Нет, не теми мелкими кудряшками, буклями, которые мы могли наблюдать в Турции, а более крупными волнистыми прядями, которые не спадали на лицо Лены Хэппи в стиле «фамфаталь». Специально для вас накрутилась Объявила Лена Хэппи. Ну а мы давайте поговорим о любви. Именно эту тему Лена затронула в первую очередь. Лена не могла не похвалиться тем, что ее Селимчик сейчас так преобразился, стал таким красавчиком, потому что он каждый день практически ходит в спортзал. Не то, что там этот сморчок, у которого в 41 год уже все подвисает и все давно уже отсохло, усилимо в этом плане все еще ого-го, он ходит в спортзал, там такие ляжечки рельефные, такая попка, как орех, крепкий орешек 2 а на животе уже вырисовываются некие намеки на пресс. А вы говорите, что Селим Коротышка, метр в кепке в прыжке, пузо до колен. Да если бы и вы его сейчас видели, там такой мужчина. Подкачанный взгляд не оторвать. Мне таким, говорит Лена, он нравится еще больше. А я, если честно, вообще не понимаю восторгов Лены Хэппи. Причем тут подкачанный Селим и Лена Хэппи? Какое отношение имеет накачанный Селим к Лене Хэппи? Ведь качается он не для нее. Да, он ей время от времени посылает какие-то там селфи. Но качается-то он не для Лены. Лены там рядом нет. Лена наездами только в Турции. Приезжает на недельку-две, два-три раза в год. Значит, качается Селим не для Лены, а для того, чтобы сохранять товарный вид. Он все-таки на такой профессии, где нужно выглядеть прилично. Сейчас туристический сезон, нужно привлекать внимание. Там полно очень туристок, которым нужны водители. Естественно, ему нужно сохранять товарный вид. Вообще в сфере туризма, в сфере обслуживания внешний вид имеет значение. На вас обращают внимание. Вы выделяетесь из толпы, тем более из мир, прибрежный город. Там часто ходишь в майках, в шортиках. Да? В общем, короче говоря, я не понимаю восторгов Лены Хэппи. Но есть тут над чем задуматься. Помимо всего прочего, мы теперь понимаем, что Селим полным ходом готовится к переезду в США. Он приводит себя в порядок, чтобы быть конкурентоспособным на рынке женихов, если вдруг с Леной что-то не получится, если вдруг что-то не заладится, если Селиму нужно будет бежать, роняя тапки в прямом смысле слова, потому что Селим ходит в этих тапках, шаркая ногами, пузо висит, но Лену это устраивало. А если ему придется бежать и искать новую какую-то кандидатку для совместного проживания, ему нужно быть в форме, это с Леной он на казенных харчах разъедался, Лена водила его по ресторанам с белыми скатертями, а в промежутках между ресторанами заходила еще и в Чебуречную, где ее баловал Селим и тоже ручку не отводил. Помните его большие глаза, когда Лена изменила свои привычки и сказала, что она будет есть три Чебурека, а не два Чебурека. Ну ладно, это дела давно минувших дней. Так вот, Селим-то готовится к переезду в Америку, он зрит в будущее, он понимает, что если вдруг нужно будет куда-то бежать и снова кого-то искать, нужно же быть в форме, потому что он понимает, что в Америке огромная конкуренция, там уже таких селимок миллионы причем в разных комьюнити, и в кубинской, и в такой же турецкой, и в арабской. Этих комьюнити миллион. И все мужчины молодые подтянуты, потому что конкуренция, тем более это Флорида, пляжи. В общем, нужно соответствовать. И Селим сообразил, нужно привести себя в порядок. Я, конечно, желаю Селиму и Лене долгих лет жизни. Пусть они проживут вместе долго, потому что все-таки это был долгий путь, к счастью, так сказать. Но ведь Лена сама заявляет о том, что она прагматично настроена, она все прекрасно понимает, она понимает, что между ними пропасть во всех смыслах слова, разница в возрасте, опять-таки, плюс какая-нибудь активистка приберет селима к своим рукам, и все может в одночасье рухнуть. Поэтому она реалистично смотрит на вещи и понимает, что рыдать она, скорее всего, не будет, это просто жизнь. Но пока что Лена радуется и довольна, и счастлива, и хвалится тем, что Селим ее качается, Селим ее красавчик. Может быть, поэтому, это я уже от себя добавляю, женщины рвутся к нему в подруги, и друзья напрашиваются в Инстаграме, чтобы посмотреть, как же он преобразился, правда ли то, что нам рассказывает Лена, или нет. Это вот то, что касается любви а еще Лене уж очень хотелось посплетничать. И Лена танком прошлась по многим блогерам, включая, естественно, Марину Новую Маму, ее Галю из Америки, Люду Флориду Ялту, куда ж без нее, и Яночку, а также Лору Юэссей, Алену из Лас-Вегаса и YouTube головного мозга. По всем Лена прошлась. Не знаю, остановлюсь ли я на всех, но начнем давайте с Марины Новой. Лена очень долго размышляла по поводу Марины Новой и пришла к выводу. Поняла она, наконец-таки, что же там между ними произошло. В чем причина размолвки и недопонимания. Дело в том, говорит Лена Хэппи, что Марина, когда с ней общаешься вживую, в реальной жизни, производит впечатление очень положительной девушки. Она производит впечатление ангела во плоти, невинной овечки. И ей хочется от чистого сердца помочь. Ее хочется обнять. Не обнять и плакать, а вот именно обнять крепко, стиснуть в своих объятиях и начинать ей помогать материально. Вот такое впечатление Первое. Марина производит на людей, когда встречается с ними в реальной жизни. Но проходит время, говорит Лена Хэппи, и начиная наблюдать за Мариной уже в интернете, на YouTube канале мы понимаем, что Марина не невинная овечка, а волк в овечьей шкуре, что Марина с гнильцой, там есть говнецов все-таки вот в характере, и Марина вас обосрет рано или поздно, плюс мама эта Галя на заднем плане тоже там там что-то вякает, ничего хорошего от нее не услышишь. В общем, Лена поняла, что когда Люда Флорида Ялта нахваливает Марину, говорит, что она такая примерная девочка, трудяшка, трудолюбивая, все делает правильно – это потому, что Люда действительно в это верит, потому что она с ней общается в реале, в реальной жизни. Поэтому Марина производит такое впечатление на Люду Флориду Ялту. Но вот стоит Марине съехать от Люды Флориды Ялты, то, возможно, она там тоже что-нибудь наговорит поэтому нужно держать ухо востро. Это вот то, что касается Марины Новой. Но помимо Новой, на стриме снова была поднята тема Ютуба головного мозга. Лену пытались пристыдить за нечеловеческое отношение хозяйки канала YouTube головного мозга. Лена замахнулась на святое, Лена обидела это невинное дитя, эту практически сиротку, которая оказалась не чужбине. И Лена должна была бы войти в положение, но Лена, как броненосец, перла и перла на YouTube головного мозга. И в конце концов сломила, переломила ее. Результат YouTube снял монетизацию. «Да вы чё?» – говорит Лена. Какое невинное дитя. Пусть радуется, что я третий страйк убрала. А так бы вообще канал закрыли. Она мне перечила. Я ей по-человечески писала. Она огрызалась, говорит Лена. Поэтому Лену в этом смысле не проживешь. Хэппи сама прошла через такое в этой Америке. Прошла такую закалку, такую школу, что ее просто так на слезу не пробьешь. Забудьте. Лена будет переть, как паровоз и будет сносить все на своем пути. Только попробуйте еще раз нарушить правила Ютуба. Я вам русский по белому объясняю, сказала Лена Хэппи. Ну, досталось, конечно, еще и двум блондинкам. Я так понимаю, это Алена из Лас-Вегаса и Лора USA, которая тоже в этом Лас-Вегасе сейчас тусуется. Показывают нам сладкую жизнь, показывают Дольче Вита, какие-то им там предоставляют бесплатные отели. Лена на все это посмотрела. Улыбнулась и развеяла миф о бесплатных отелях, сказав что это вообще в Америке так просто. Все эти подачки, все эти бесплатные отели, многие из ее с Вильямом нищебродов, друзей кубинцев, шатаются, шляются по этим бесплатным отелям при казино. Достаточно просто онлайн заполнить заявку, заплатить там какой-то взнос, и вас тут же расселят, лишь бы только вы приезжали и тратили свои денежки. Поэтому не нужно нам тут втирать и рассказывать сказки о какой-то красивой жизни. Все это понты для приезжих. Любые и нищеброды нищета-нищетой могут бесплатно жить при этих отелях, кормиться там в этих буфетах. Говорит, показали там шорт или видео из какого-то буфета. Фу! Сын Родни все время предлагал Родни поехать бесплатно потусоваться в отеле, потому что у него эти там очки, бонусы накопились, некуда девать. И Родни звал Лену с собой в бесплатный отель, тоже при казино. Но Лена упиралась. Говорит, что я с ним поеду? Даже если мы будем спать в отдельных кроватях, что я с ним попрусь? Он в бассейне не купается, нигде не ходит, будет сидеть сиднем, а я что там буду делать? Нет, это вот с Селимом, это я уже от себя добавляю, помните, в одном из видео Лена говорила, с Селимом, да нас закрой, замуруй на две недели в отеле, и мы не пропадем, у нас такая любовь, такая любовь, что мы начнем чем заняться, нам ни на секунду не бывает скучно друг с другом, а что я поеду с родней, чем там с ним заниматься в этом бесплатном на мотеле. Короче говоря, Лена не поехала. Но говорит, если надо будет, поеду. Просто я уже год в казино не заходила, говорит Лена. А если надо будет, поеду, зайду, поснимаю и тоже размещусь там где-нибудь бесплатно. Так что не нужны нам эти сказки про красивую жизнь и вообще не упоминайте меня. Дело в том, что девушки тусуясь в Лас-Вегасе, вспомнили Лену Хэппи и представили это в таком свете, что мол, Лен не Хэппи до них далеко и поэтому Лена взорвалась. Лена возмутилась и ответила им. Вот в таком вот ключе развеев мифы о Дольче Вита в Лас-Вегасе. Ну, на прямую трансляцию заходила еще и Яночка из Кисими, Уж не знаю, Яночка это или бот, но вот эта вот Яночка, которая присутствовала, оставила там комплимент. Уж очень ей понравилась распашонка, которую Лена Хэппи надела, но Лена Хэппи проигнорировала этот комплимент, а в конце сказала, что ей было неприятно в свое время, когда Яночка ее всячески поносила. <laughs> Это вот то, что касается наездов на других блогеров. Хвалила Лена Хэппи только Софие. Как мы знаем, Лена Хэппи побывала в гостях у Софии. Софие за все платила, не давала Лене тратить деньги. И Лена была настолько тронута таким вниманием Софие, что она всячески пыталась затащить Софие в дорогой ресторан, чтобы ее отблагодарить. София говорила, да зачем эти дорогие рестораны? Полно ж дома еды. Вот я купила то я купила все. Нет, рестораны все. И только дорогой ресторан. Лена по дешевым ресторанам не ходит. Я честно признаюсь сейчас вам, мои дорогие зрители, что я не досмотрел до конца прямой эфир Лены Хэппи. Меня не хватило на два с половиной часа или сколько там он длился. Я отключился на том моменте, когда Лена сказала, что у нее есть очень смешная история по поводу того, как София помогла Лене сэкономить 85 долларов. Но я так и не дождался этой истории, потому что ее Лена все время оттягивала. Я, короче, отключился. Думаю, ладно, доброе сердце какое-нибудь не в службу, а в дружбу мне в комментариях напишет, что же там такого смешного произошло, что позволило Лене сэкономить 85 долларов на техобслуживании машины, что ли, я правильно понимаю. София там вела какие-то переговоры с каким-то молодым мальчиком. Что там она ему предложила, что там она ему сказала. Не знаю, в общем, как-то дожало этого мальчика чтобы тот дал скидку сделал скидку в общем неплохо девушки провели время а то что касается диет это знаете все очень условно лена сказала что тот неправильный бальзамический уксус который она купила за 17 долларов она выкинула потому что это совсем другое а вот тот новый который с амазона за 27 долларов тот она прям чуть ли не пьет из бутылки. Он говорит, такой вкусный, к нему даже привыкать не нужно было, настолько он вкусный, я говорит, иногда просто капаю этот соус, этот э, уксус на язык, и этот прекрасный вкус распространяется по всему рту, и это райское наслаждение. Хотя Лени говорили, что тот старый уксус, который она только чуть-чуть использовала, можно было бы сдать, несмотря на то, что она его открыла, ну Лена выкинула в помойное ведро, хотя на самом деле мы не знаем, знаем, может, действительно Лена поехала и его сдала. В общем, что я хочу сказать... У Лены все нормально, все прекрасно. Лена ходит по ресторанам, Лена пробует разные диеты. И Лена мечтает о путешествии на острова Зеленого мыса. Лену спросили, куда бы она хотела поехать в путешествие. Острова зеленого мыса. Все-таки Лену тянет на экзотику. Знойные шоколадные парни, говорящие поющие на португальском языке. Пальмы, песок, пляжи. Все-таки Лена остается верна своим вкусам, своим предпочтениям. И это прекрасно. Значит, есть еще порох в пороховницах, еще есть о чем мечтать, еще не все кончено. Лена смотрит в будущее с оптимизмом. Вот на этой ноте я хочу завершить свой обзор про Лену Хэппи. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите. Я всегда с превеликим удовольствием все читаю. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы и берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.